Приветствую вас. У проблем, которую вы описываете, может быть не одна причина, безусловно. В том числе причины могут быть и физиологические. То есть вы можете чем-то болеть. И это может влиять на ваше восприятие реальности, на ваше восприятие мира, на то, как вы себя ведете и так далее. Как мне видится, проблема, ну, помимо того, что она не первый год у вас, вот, заключается в том, что вы достаточно искаженно воспринимаете реальность, и ваши образы этой реальности, образы этой реальности, они, на мой взгляд, далеки от нее объективно. То есть вы как будто бы не видите реальность именно объективной. Вы видите ее как будто бы, знаете, искажен. То есть, что это значит? Искаженная реальность. Ага, ну, первое, пожалуй, что можно здесь сказать, это некое такое представление, понимание реальности не в контексте реального мира, а в контексте скорее ваших ожиданий, чувств, желаний и так далее. Здесь нужно исходить из того, когда вы переезжали, когда вы меняли свое место жительства, на что вы рассчитывали, чего хотели и так далее. Знали ли вы о том, что вас ждет? Знали ли вы о том, как вы будете жить? Знали ли вы о том, что столкнетесь с такими проблемами или нет? То, о чем можно говорить дальше, представляет из себя в некоторой степени, ну, можно сказать так, психологию образов. То есть вы идеализировали сперва переезд, скорее всего, ну, вероятнее всего, вы для чего-то это делали. Либо вы делали это против своего желания. А после вы идеализировали место, начали идеализировать место, где вас нет. И в итоге получается так, что вы несчастливы здесь, где вы сейчас находитесь,
И вы несчастливы будете, если вернетесь к себе, своей дочери и так далее. Потому что забывается все плохое, вспоминается только все хорошее. Когда речь идет об образах, и кажется, что то место, где вас нет, оно прекрасно, оно идеально. Конечно, это не более чем иллюзия. И основная проблема заключается в том, что вы не можете получать радости от жизни здесь и сейчас. То есть вы не можете радоваться. Вы не можете наслаждаться тем, что у вас есть. Муж, например, определенное времяпровождение и так далее. А это значит, что вы, скорее всего, себя до конца не принимаете. И тут нужно определиться, конечно, насколько вы адекватно, хорошо и правильно относитесь к себе. Насколько вы любите своего мужа. Насколько вы отдаете себе отсчет в том, что вы хотите. Насколько вы понимаете, как реализовать то, чего вы хотите. Значит, это все нужно решать с психологом. Эти все вопросы. Но перед этим обязательно обратитесь к врачу по месту жительства, чтобы он вас посмотрел и, может быть, немножечко вам, допустим, помогут. То есть, если вы вот чувствуете именно физическое недомогание, физическую боль. Чтобы работать с психологом, вам нужно как минимум удовлетворить базовые свои потребности. Это потребность безопасности, потребность собственной значимости и потребность проявления любви. То есть потребность в выражении своих чувств. Соответственно, это первое, над чем с вами можно и нужно работать, если мы говорим именно о вашей проблематике. А у меня к вам, соответственно, вопрос, да, вот вы описали довольно серьезную проблему, да,
потерян интерес к жизни, то есть вы говорите, потерян интерес. Это такая немного отстраненная, я бы сказал, модель, ну, описание проблемы. Ого. Вот это же вы потеряли интерес. Не интерес потерян, а вы потеряли интерес к жизни. Соответственно, я полагаю, что нужно выяснить, почему интерес к жизни был потерян. Это в какой момент вы перестали иметь возможность выражать свои чувства, да, свою энергию, и она у вас как бы пошла вовнутрь, начиная вас разрушать изнутри. Вот. Вы описали серьезную проблему, но говорите, пожалуйста, помогите. А как помочь? Как вы сами себе представляете помощь? То, что вы описали, да, это поведение такое очень жертвенное поведение. Вот я несчастная, там, мне плохо, помогите мне, пожалуйста, и так далее. Но давайте все-таки поговорим с вами с позиции взрослого. Да, как взрослый со взрослым. Что конкретно вас не устраивало? И что вы можете сделать для того, чтобы вас перестало не устраивать ситуация такая? Что вас удерживает в этом состоянии? Вот в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Ну, условно говоря, в том состоянии, в каком вы пришли на ресурс. Да? Вот. Постарайтесь ответить на эти вопросы сами себе хотя бы. И вот тогда вы наметите себе первые шажочки для улучшения своей жизни. Пока вы вообще никакой ответственности за себя не несете и ни на что не отвечаете. И, к сожалению, да, как это видится мне, вы ждете, что за вас кто-то решит проблему. За вас проблему никто не решит. Вы сами ответственны за свою жизнь, и вам самой эту свою жизнь нужно стремиться, стараться наладить. Конечно, мы вам поможем. Это безусловно. Мы поможем вам. Но нужно, чтобы вы в первую очередь сами хотели что-то сделать. Понимаете? Поэтому спросите себя сейчас. Что вы готовы сделать, чтобы ваша жизнь изменилась? Что вы готовы делать сегодня, эту минуту, когда будете слушать мой ответ? Вот. Знаете? И вот исходя из этого уже
исходя из того, что вы готовы сделать. Уже можно будет говорить конкретно о том, какова будет природа помощи вам. Понятно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.